Всем привет, друзья! Вы на канале «С миру по пиву». И сегодня у нас очень интересный обзор пива самой старейшей просто пивоварни Ламбиков. Пивоварни Тиммерманс. И пиво Тиммерманс Крик. Поехали! Сегодня мы с Ипполитом Матвеевичем побывали в гипермаркете «Окей» в поисках интересного, вкусного пива для нашей секретной лаборатории. И нам выпала просто уникальная возможность купить «Тиммерманс Крик» набор. Мало того, что просто там 4 бутылочки пива 0,33 Тиммерманс Крик, этого знаменитого ламбика, так еще и знаменитый, конечно же, бокал. И все это дело стоило 699 рублей. Сейчас я этот набор буду открывать. Итак, друзья, вам, конечно же, интересно, что же такая за пивоварня Тиммерманс? Это бельгийский пивоваренный завод, расположенный в Интербеке и производит пиво вида Ламбик. Ранее считалось, что завод был основан в 1781 году Хенрихом Вайнхейлер-Вейге из Дильбека. Однако исследования Рафа Мерта показали, что еще в 1702 году некий Ян Вандермейлен приготовил здесь, в пригороде Брюсселя, первое пиво. Поэтому теперь датой своего основания компания считает 1702 год. В 1993 году пивоваренный завод купила компания Джон Мартин из Генуэля. Пивоварня Тиммерманс является частью ассоциации бельгийских семейных пивоваров. Ну и, конечно же, я думаю, что далеко не все знают, что же такое ламбик. Ламбик – это вид бельгийского пива, который готовится методом самопроизвольного брожения в бочках, которые использовались ранее для выдержки вин. Для приготовления ламбика используется ячменный солод и непророщенные зерна пшеницы. Хмель, используемый для производства ламбика, должен вылежаться не менее 3 лет для уменьшения аромата и горечи, нежелательных для ламбика. После варки сусло перекачивается в винные бочки. Брожение происходит за счет находящихся на стенках бочек и воздухе микроорганизмов. В основном диких дрожжей. Основное брожение длится неделю, затем пиво выдерживается в течение нескольких лет. Как правило, продаваемый ламбик представляет собой смесь различных его сортов. Обычно более молодые сорта смешиваются с более выдержанными для получения желаемого вкуса. Главной особенностью ламбиков является так называемое спонтанное сбраживание пивного сусла. Это означает, что при производстве ламбиков не используются специально добавляемые культуры пивных дрожжей. 86 различных микроорганизмов были обнаружены в ламбике, хотя доминируют специальные дрожжи, характерные для региона Брюсселя и, очевидно, играющие основную роль при ферментации. Существует всего 6 производителей пива ламбик. В данном случае мы будем пробовать ламбик Крик. Это ламбик с добавлением свежей вишни в процессе пивоварения. Итак, друзья, Ипполит Матвеевич немножко в шоке, что мы за 699 рублей взяли 4 маленькие бутылочки какого-то вишневого пива, ну не какого-то, а ламбика, алкоголь в которых всего 4%. Вот, но я старика немного успокоил, сказал, что мы сегодня прикасаемся просто к истории, ведь далеко не каждый человек в своей жизни попробовал пиво ламбик. Открываем Тиммерманс Крик ламбик, берем специальную бельгийскую открывашку и открываем. И наливаем в только что помытый мной бокал, фирменный бокал ламбика Тиммерманс. Уже сладкие нотки пошли по секретной лаборатории. Ну что, дадим
нашему ламбику постоять, подышать и раскрыться. Итак, друзья, наш Тиммерманс Крик постоял, подышал. Ой, аромат приятной такой спелой, сочной, сладкой вишни. Очень приятный аромат. Немножечко дрожжей и сама вишня. Итак, пробуем вкус. Да, кстати, подождите, пока какой вкус? Посмотрите, какой цвет. Такой. Я не знаю, вам видно или нет. Благородный такой рубиновый красный цвет настоящей спелой вишни. Итак, пробуем вкус. Во вкусе приятная, сладенькая вишня. Может быть, даже, наверное, такое свежее, такое вишневое варенье. Небольшая кислиночка есть здесь, которая нисколько этот ламбик не портит, а наоборот дополняет. И самое, что интересное, может быть, удивительное, в послевкусии ярко выраженные ноты миндаля. Классный ламбик, оценка 5. Друзья, сегодня у нас был обзор ламбика Тиммерманс со старейшей пивоварни ламбиков, известной с 1702 года. А пиво – это действительно очень интересное, вкусное. Я так думаю, что в большинстве случаев оно больше подойдет, конечно же, представительницам прекрасного пола, нашим любимым девушкам. И поэтому вот не могу не рекомендовать это пиво. Это, конечно же, все-таки будет... Почему будет? Это своего рода эталон для большинства ламбиков, которые варят какие-то вот у нас, например, региональные пивоварни. Вкусное пиво. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Это очень важно для меня. Я каждому подписчику стараюсь ответить в комментариях. Всем приятного пивопития и до новых пив, друзья! У-у-у!